Для тех, кто любит смотреть на него фильмы. Так. Записал на него, значит, два каких-то фильма. Точнее, серии, значит, есть один веб-рип авишный, то есть обычный эксвидовский файл, и матросское видео, то есть это 1280p, по-моему, я запи... 720p. Давайте так первый запустим. То есть, опять же, выбор плеера, выбирайте любой, который вам нравится. Все, кино прогрузилось. Как видите, не тормозит ничего. Так, прокруточка идет у нас моментально. Сейчас какой-нибудь дневной прокрутим. Оп. Так. И плюс звук. Ради адреналина. Это Карри, точно. Похоже, 12 десантников с М4. Сэр, вы не поверите. Все, то есть кино тут воспроизводится обычно. Это я кодеки никакие не ставил. Не люблю этого всего. И матроску запустим. Давайте вот этим плеером. Так, матроска не хочет этим. Матроска не хочет этим. То есть, скорее всего, нужно либо кодеки, либо плеер какой-то поставить. Но, в принципе, записывать сюда высокое разрешение фильмы, думаю, вообще не нужно. А что еще? Что еще? Что еще? Значит, Bluetooth. Bluetooth включается так же само. Bluetooth работает, файлы отсылаются, присылаются, гарнитуры цепляются. Сейчас показывать не буду, потому что на компьютере Bluetooth нет. А дальше режим полета отключает абсолютно все. Все радиомодули. Модули, то есть Wi-Fi, Bluetooth, GPS. А GPS чуть попозже посмотрим. Так, что еще? Что еще? Значит, плеер. Плеер. А здесь предустановлен какой-то вот плей музыка. Можете поставить любой свой. Если настроить эквалайзер, вполне, значит, громко работает телефон. То есть ты. Сейчас. А звук здесь, в принципе, объемный, но не стерео. А высокие частоты уха не режут. Низкие присутствуют, но не такие, как бы хотелось. Но для телефона такого качества, такого цен, диапазона цен, это вполне, значит, хорошо. А что еще? Что еще? Что еще? Па-па-пам. А, камера. Точно. А камера здесь, значит, по заявленным заводским установкам стоит 5 мегапикселей. А, и видео 640x480. Но почему-то вот стандартную, если запустить стандартную камеру. Где же я эту спрятал? Вот она. Так, стандартная камера, то есть 4 Android камера. Все скромно, все красиво, мне нравится. А значит, тут у нас имеется панорамки, сразу склеивать видео и фото. Давайте по фото по меню пройдемся. А по фото в меню, значит, имеется съемка HDR. Честно, не знаю, как она тут работает, вообще не вижу разницы между обычными HDR-овскими. А вспышка, потом баланс белого. В том числе сумерки, кстати, и нас преследуют. Все-таки женщины будут нашими зрителями. И, значит, сценки, значит, монохром, сепия, негатив, вся фигня. Потом режим съемки. Ночь, закат, вечеринка, свет свечи, прочая херь. И, значит, настройки самой камеры. То есть тут имеются геотеги. Если у вас есть спутники, он укажет, значит, кого он укажет. Координаты фотки примерно 20 метров точности, то есть помарка. Потом экспозиция идет, автоспуск, резкость низкая, средняя и максимальная.
оттенки какие-то, насыщенность, яркость, контраст, размер фото. То есть тут стоит 5 мегапикселей. Почему-то можно сделать 8, я не знаю. А может это интерполяция, может это просто утаили, что приятно кому-то сделать. Порадовать тем, что камера 8 мегапикселей. И, кстати, размер снимка тоже такой же. Так, ISO. ISO тут можно выставлять 100, 200, 400, 800, 1600. И почему-то меняется размер фото. Не знаю почему. Потом подавление мерцания, экспозамер. Разный. То есть, вот, вот все настройки. Потом, то есть камера здесь 5 мегапикселей, а можно выставлять 8. А видео. Видео. По настройкам видео. То есть здесь просто нажимаете, начинаете снимать. А настройки, значит, опять же, баланс белого. Сценки, всякий цветовой эффект. Задержка по ходу съемки. Качество видео. Не знаю почему, опять же, как с фото. А здесь видео снимается максимально 1280 на 720. Не скажу, что оно идеальное, но большое видео, большой размер. Не скажу, что четко, но радует. Если смотреть в маленьком окошке, вполне даже четко все смотрится. Камера не дергается. Так, и, собственно, давайте саму камеру испытаем как-нибудь. Оп. То есть, как вам сказать, фотка-то нормально, просто не видно. Я ссылки на фотки выложу в самом видео. То есть, сейчас просто не видно, и нормального источника света нет. И последнее, значит, что было интересно, это сам GPS. Не скажу, что он тут мощный, но на улице, в принципе, ловит хорошо. А, кстати, еще по поводу самой шторки. На шторке у нас тут, значит, имеется такое вот меню. Это яркость, таймер отключения всех функций, автоповорот экрана. Потом Wi-Fi, Bluetooth, GPS, передача данных, режим полета, то есть когда все отключается, и режим звука обычный, без звука, совещание, это чисто вибрация, и улица, это когда он очень громкий. А также здесь быстрый доступ к настройке самого телефона, тут настройки самого Android, то есть 4 Android, кто знаком, тому понятно, то есть тут ничего интересного нет. А в помещении GPS ловит не так хорошо, как бы хотелось. Поэтому здесь есть GPS, который, в принципе, может ускорить поиск спутников. Включаем GPS. Включили. Потом, значит, так, чтобы было видно, поставил такую программку GPS-тест. Вот, то есть... Сейчас он у нас видит 10 спутников. Можно вот так покрутить. Он будет показывать их расположение. Но нам надо именно словить сейчас что-нибудь. А тут доступ к самому меню, то есть функция GPS, функции GPS, поиск по вышкам сотовой сети. Давайте тогда подождем, пока он что-то словит. Так, сейчас я тогда на окно поставлю и перезапишу. Собственно, вот сейчас он начинает искать спутники. Телефон стоит на подоконнике. Включен GPS, то есть сейчас он залазит в интернет и ищет спутника, собственно, он нашел. И сейчас у нас 5 спутников в использовании, это мы в помещении, если выйдем на улицу, их будет намного больше, порядка 9, или по максимуму, сколько он видит. Сейчас спутники все перерастают, то есть сейчас включен GPS, соответственно, он видит
расположение спутников, качается с интернета и подключается к ним. А сейчас он более-менее настроится. То есть, как видите, здесь у нас сейчас аккуратно, вот это вот, это 142,90 вот сейчас футов, это точность того, как он нас находит. То есть, мы сейчас, наш телефон, то, как он нас находит, находится в радиусе вот, 79 футов. То есть, порядка, не знаю, 20-30 метров у него идет погрешность. То есть, он нас нашел, спутники ловятся. Все хорошо. Это он сейчас работает GPS, а GPS, то есть задействован сам модуль GPS и задействован GPS, то есть он расположение спутника качает через интернет. А здесь, тут у нас, значит, сами спутники, наше расположение, Черное море, значит, показывает высоту над уровнем моря, километраж. Мы сейчас никуда не идем, кстати. Интересный вопрос, а если кинуть телефон с включенным GPS, какую скорость он покажет полета? Спасибо за каламбур мне самому. Показывает, значит, наш latitude, расположение и время, значит, сейчас 23:55, sunset 16:12, солнце садится. И значит, выйдем отсюда, спутники он словил, и зайдем, значит, в наш Яндекс.Навигатор. Так, сейчас он нас пытается словить. Вы видите, вот здесь, вот если видите, вот тут, значит, значок наш по GPS-у, то есть он уже спутники опять словил, и раз... В принципе, показал вам правильно, где, что, как. Выходим, значит, отсюда. Па-па-пам. И теперь, значит, давайте попытаемся запустить его без GPS-а, если кому-то жалко мобильного интернета. Заходим в меню. И тут уже меню андроида. GPS выключаем. Остаются какие-то вспомогательные данные, непонятно, что такое, и спутники GPS. Давайте так все оставим, чтобы все было честно, отключим Wi-Fi. Раз, и смотрим. Увидел он 11 спутников. Сейчас работает чистый GPS, то есть, оп, опять подхватил, опять пошел и... Значит, даже сигнал сотовой сети не словился почему-то. Даже не знаю почему. То есть GPS, а GPS без разницы все работает. Давайте проверим. Давайте теперь отключим GPS. А, у нас включился режим полета, случайно нажал. Ну, то есть вы видели. Спутники ловят. Сейчас телефон стоит на подоконнике, то есть... Какая-никакая видимость с улицы. В принципе, все. Про телефон все рассказал. Если кому-то что-то будет интересно, спрашивайте в комментариях. Качество фоток я выложу, значит, либо в самом видео, либо в подписи к видео на Twitter, либо прямую ссылку на сами фотки. Спасибо за внимание. Будут вопросы, задавайте.